Канон номер один. Вспоминаем. Вот у нас ягодки. Какие Респект. У нас? Да, побыстрее мы Сейчас сделаем. Вот, например, яблочки. Яблочки. Там грушка будет. Вот. Теперь будет у нас подводка. Подводка, внимание, идет не к центру, а рядышком. Вот сюда ведет, идет. Вот сюда. Видите, куда упирается? Mm-hmm. Следующая подводка будет с другой стороны. Выбирайте толщину. Mm-hmm. Чем уже эта подводка, тем красивее ваш рисунок. Вы идете сюда, сюда, сюда и подводите сюда. У вас получается, что в итоге, вот давайте я введу вам. Есть, когда вы рисуете верховой росписью, то там у вас черного, красного фона нету. Там подводка, она не дотрагивается до наших элементов. Вспоминайте, она доходит и превращается в капельку. Вспомнили? Тишина такая. А здесь у нас вокруг черный фон, поэтому наше самое главное вот эта вот полоса. Так, сейчас я вам. То есть травка будет идти по черному или красному фону. Поэтому вот эта вот линия, вот эта вот, очень важная. Вот вы ее видите. Вот. Здесь у нас будет вокруг черное. Вам понятно теперь? Дальше. Вы находите место, откуда она разветвляется. Вы берете, идете в это место. И идете сюда, поворачиваете к яблоку. Как правило, в легкой композиции яблочко не несет дальше информации никакой. Пусть они не идет, ни листья, ни цветы, ничего. Поэтому она может быть совершенно такой же толщины, как и начальная ширина. Если на ней дальше там будут цветы, бутоны, то ее обязательно надо раздвинуть чуть-чуть. Дать как бы вот, чтобы кровь туда дальше шла. Дальше мы идем к этому яблочку. А потом у нас идет линия к последнему. Вот туда. Если вы рисуете листочек маленький. Вот я рисую маленький листочек. Вы его обводите черным цветом. Подводка у вас идет, то вы берете вот так, то же самое, доходите не до середины, а чуть в стороне. С воздуха вы ведете линию тоненькую. И теперь внимание, смотрите, если у вас дальше от листка будет идти какой-то предмет, дальше, то вы к нему даете ответвление вот так, а к листочку ровненько вот сюда. Видите как? То есть там дальше вот он будет идти, например. Вот прерывается линия. Это очень важно. Если у вас лист будет иметь большой размер, крупный лист, например, на доске, там зубчиками, подводка идет сюда. И вот середина у нас же здесь, она идет чуть-чуть в сторону. Потом сюда идем. Разделяем пополам. То есть у нас, как бы вы ни делили, у вас везде должна быть вот разделка. Особенно вот это касается. Потому что самая частая ошибка для начинающих, они рисуют, например, листик. Вот, к примеру, листик. Самое основное, берут вот так и вот так. И вот так еще внутри вот так делают. Вот это очень частое. Вот они не понимают, они делают такую юбочку и какие-то там непонятные черточки. То есть вот этого, чтобы вы поняли, да, что так вот не нужно делать. То есть не сгибайте разживку, она не должна быть вот такая вот. То есть она более прямая. Если она широкая выше, вы ее делите пополам. Бывает, что можно поделить на три части.
Бывает, что вы сделаете так, мы же не роботы, поэтому сейчас покажу вам. Например, к бутону идет подводка. Вот у вас бутон здесь, к примеру, будущий. Идет подводка, раз, широкая. И вы делаете таким образом, что у вас получается одна широкая часть, а другая узенькая. Вы так и оставляете, и эту сторону вы разделяете так, как вам нужно. Надо будет еще эту разбавлять. Понятно? Обязательно разбивайте ее. Это очень-очень некрасиво, когда она широкая, такая вещь идет. Так, дальше. Если мы идем по второму канону. Напоминаем, второй канон, это ягодка сюда идет, в таком же направлении и под таким же углом. Потом идет линия огибающая наша, и куда она идет? Не к центру, а рядышком, видите? Вот эту толщинку надо отложить здесь, в этом месте, видите? Вот представьте, вот я ее пунктиром ее одну поставлю, вот так. Вот здесь, ниже, выше, не имеет значения, мы рисуем ягодку, которая будет идти сюда, под углом. Значит, вот эта линия будет идти сюда, раз, и раздвигаться. Но она должна быть вот здесь, вот. Следующая, также до сюда, сюда. Дальше, отсюда, сюда. Вот. Так. И дальше пойдет линия. Сейчас покажу, как это в краске будет. Вы рисуете сначала ягодки, будете черным цветом. Если у вас черный фон. Если красный, то красный фон. А если красный фон, все равно ягодки черным цветом? Обязательно. Если красный фон, нет. Если красный фон, сейчас объясню. Сейчас вот этот момент вам объясню. Это очень часто идет путаница. И это не только вы. Сейчас. Почему-то с черным фоном никогда нет путаницы. Но как только появляется еще какой фон, красный, зеленый, все, там ступор. Сейчас. Это сюда идет. Дальше продолжение идет. Видите? Это сюда идет. И сюда. Вот так. Если у нас красный фон, то красным цветом вы рисуете все. Это первый вариант. Прям у меня здесь будет какой-нибудь тюльпанчик. Вы ведете сюда, сюда и раздвигаете пополам. Вот следующий вариант. С красным фоном вы делаете все черным. Смотрите. Там, не знаю, что какой там элемент. Пусть будет какой-нибудь такой элемент. Вы обводите тонким цветом. То есть это гораздо выше класса.
А фон делаете красным. Значит, вы фактически три раза одну и ту же линию рисуете черным. Рядом рисуете красным. Естественно, вы красным залазите куда-нибудь. Да? А потом, когда высохнет красный, вы опять рисуете черный. Это понятно? Это может быть коричневый такой же фон, абсолютно точно так же. То есть вы где-то залазите, и дальше вы все равно его рисуете. Вот здесь вот. Вот так. Вымыли, и высохло, и теперь черным опять оводите. Ну, не везде получается, а обязательно, ну, где-то вы доводите чуть. А потом уже будет у вас здесь травка, к примеру. Там желтая, зеленая, черная, как угодно. Понятно? Теперь про подводку мы с вами говорили. Сейчас. Какие вопросы? Подводка у листьев. Вам показываю, и к ним подводка. Сейчас. Карандашом не стала рисовать. Листья. Второй лист. Если вы обвели лист вот так, фоновой росписи, там фон, например, черный, то вы здесь делаете кусочками. Смотрите, здесь делите вот так, здесь делите вот так. Это закрашиваете по бокам. Вот я испачкала немножко. И здесь пополам. Или ровненько. Понятно? Или вы берете линию сразу и превращаете ее в завиток. Это ваша центральная будет вот листочек центральный. Теперь это в эту сторону. Это в эту сторону. Может быть здесь одна, здесь может быть две. Здесь может быть две, а может быть одна. Понятно вам? Небольшая разница. Вот подводка. Угу. Ясно. Теперь поговорим о композиции. Как заклинит, так вообще не пошевелишься. Да. Я что ли тоже щелкнула? Да уже вроде бы этого всего везде полно. Композиция. Смотрите, пожалуйста, сюда. Вот здесь у нас будут большие ягоды. Это для первого класса. Сейчас для других покажу немножко. Вот. Вы нашли примерно массу. Вот овал. Представьте овал, да? Представили, да? И вот здесь у вас будет первая ягода. Ягоды должны быть крупными. Одна ягодка здесь, одна вот здесь. Нет, я не с этим зубом, я не могу.